Знаете, что это? Это решение проблемы мышек Logitech. Всегда хвалил эти мышки, но сегодня пришло время ругать. У многих мышей Logitech есть проблема двойного клика. Мышка начинает лагать, курсор начинает смещаться по экрану, непредсказуемое поведение у мыши какое-то, и многие думают, что это проблема в самой мыши. Нет, это не так. Есть специальный сайт, где можно проверить вот этот двойной клик. То есть одна кнопка, нажимаете, и вам дает система ответ. Проблема в двойном клике или проблема в чем-то еще. Вот в моем случае это был двойной клик. А проблема в том, что вот эти кнопки, они со временем то ли окисляются, то ли что-то с ними случается, и предлагается у многих авторов видео их почистить. Но так как, видимо, у меня таланта к мелкой работе нет, то моя чистка обернулась поломкой. Зато теперь я знаю, что эти кнопки бывают от разных производителей. И хорошие мыши, в игровые мыши там, устанавливают вот такие кнопки. И у них есть гарантия на большое количество вот этих вот нажатий. Как обычно, ссылку на вот эту вот запчасть, которая на Алиэкспрессе стоит не так дорого, я дам в описании. Я Сергей, это канал 7 тем. До встречи.